Итак, вы на канале Tarangel Planet, и у нас сегодня расклад, феноменальный расклад, я считаю, магический расклад, который поможет вам решить конфликт. Разрешение конфликта будет из неосознанного, мы будем доставать свои неосознанные конфликтные моменты. Если у вас с кем-то есть конфликт, если есть проблема, это значит уже конфликт с отношениями, с людьми, на работе, то сейчас мы его будем решать. Будем вытаскивать, будем неосознанно решать этот конфликт, чтобы оно потом магическим образом воплотилось и реализовалось в вашей жизни. Ставь лайк, обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Подписывайся. И давайте смотрим, что у нас будет, да? Мы будем сейчас загадывать, задумывать нашу конфликтную ситуацию. Рассмотрим, что, да, нам скажут карты. Что нас окружает, что взаимодействует. Что, да, что с вами происходит. Посмотрите. Так, взаимодействие, окружение. Ну, тут есть, с одной стороны, люди в волчьих шкурах. Они все люди. Единственный момент, что они действительно могут быть такими волками. Тут еще момент такой, что люди, которые нам желают добра, желают нам лучшего, могут огрызаться, но помогать. Тут тотемное животное такое идет в тотемной маске. Шамана, которого защищают. Конфликт может касаться родственников, может касаться предков, недопонимание отца и дети. Вот этот конфликт тут может влиять. Конфликт на работе, старший, младший, мы же тебя учим. Тебе вот то, что на тебя огрызнулись в жизни, пригодится. Как бы в этой жизни, да, охотничий выжить, кто кого загрызет, кто кого съел, тот и молодец. Это может быть в бизнесе, в работе. В общем, здесь такой момент есть, что окружает, да. Но с другой стороны, как бы учит, но не нравится, да, иначе не было бы конфликта. Можем еще посмотреть, что влияет на этот конфликт, какие у нас есть еще влияния. Прокрастинация есть, уход от времени, от ответственности. Надо заниматься бумажками, а мы не хотим этим заниматься. Время идет. Мы, может быть, фигней страдаем. Ответственность за время за себя и не берем. Как совет, тут, конечно, надо быть вовремя, чтобы все было вовремя для вас. С бумажками, с делами, с документами надо разбираться вовремя и безотлагательно, потому что со всеми вот этими местами, делами не разобрались, а уже новые набежали. Что с ними делать, уже непонятно. А уже, ну и ладно. Ну и пустим все на самотек, а время-то идет, собственно. Это тоже такой конфликт, внутренний конфликт. Что еще может влиять на конфликт? На конфликтную ситуацию, на вас? О, Господи, да, тут хочется прям отправиться в какое-нибудь путешествие, миры посмотреть. Из разряда, ах, почему птицы не летают, сейчас бы эту цыганскую кибитку, и посмотреть, что же там за ней, а как там видно-то другую жизнь. Какая она другая жизнь? Ну, давайте теперь тогда посмотрим отражение состояния, да. Мы будем решать это все. Сейчас мы поняли конфликт, теперь отражение нашего внутреннего состояния. Действительно ли мы так на это реагируем? Может быть, для вас что-то тут незначительное, а реакция будет значительная. Или наоборот, для вас кажется, что значительно это, а вы, может быть, тут как-то пофигистично относитесь. Посмотрим, ну, как вы думаете, да, о чем это? О чем вы думаете, как о конфликте? Ну, тут на самом деле вы оптимистично думаете, есть внутренние душевные ресурсы, есть возможности, сердце горит, но с другой стороны и душа болит, да, за что-то. С одной стороны вам нравится ваше дело или ваши отношения, с другой стороны они не могут приносить страдания, но они как душевный рост такой идут. Ну, тут есть запрет, есть такая сказка «Синяя борода». Там мужчина просто попирал свободу женщины.
Тут, значит, есть неразрешенный конфликт, значит, вы чувствуете удавку у себя на шее. Это архетипичная сказка такая. Есть у Кларисы Эстас книга «Бегущая с волками», и там прописывается это архетипичное поведение. То есть, как будто вот вы чувствуете, да, что оно есть, а поделать ничего не можете. Может быть, или начальник что-то запрещает в силу патриархальных основ, или муж. И как будто вот вас все это заставляет и принуждает. И вы, как вот это розовые, желтые розы состриженные, вот тут символ желтой розы, тоже может быть состриженный символ разлуки. Но вам надо на самом деле ножницы взять и отстричь бороду. Но как это сделать, не знаете. То есть тут есть серьезное отношение к конфликту. Волк, бегущая с волками, прям очень похоже на архетипичное поведение, на патриархальные запреты, между прочим, похоже, ваш конфликт с этим связанный, что мне хочется свободы, мне хочется вести себя не так, как традиционно все привыкли от меня видеть, мне хочется творчества. Вот тут вот прям-таки откровенно хочется полета и свободы. Иначе я бесполезно живу, бумажки хожу, протыкаю, ничего-то не делаю. Хотя ресурсов тут, ого-го, вот тут сколько много ресурсов в сердце, достаточно. Еще давайте посмотрим, что у нас идет. Ну, тут идет молитва и просьба к духам идет. Если расклад смотрит женщина, то тут я могу сказать действительно архетипичные проблемы. Для женщин ответ на вопрос – это нужно обеспечение. Тут дракон идет, нужно материальное обеспечение. Дракон – символ алчности, чтобы было чем себя обеспечить. Не хватает денег. Это всегда финансовая составляющая. На работе вы из-за финансов, может быть, муж бы, если больше бы зарабатывал, вы бы так не парились из-за денег, да, тут вот с этим связано, с этой удавкой. Для мужчин ответ – не должны душить женщин, но для этого вам придется больше зарабатывать, потому что женщина уже обращается к духам, к древним духам, вот тут даже к тотему обращается. К роду обращается, к роду, к зову предков обращается. Это же зов предков идет. Не хватает ресурсов. Уже идут магические ресурсы в ход. Давайте посмотрим, какие решения тут должны быть. Мы тут уже предварительно посмотрели на решение. О, надо все возможности, которые в вашей жизни есть, рассмотреть слева, справа, вдоль и поперек. Все возможности, которые есть, надо использовать. Любое, что приходит к вам в жизнь, надо смотреть, как это можно использовать, чтобы или из ситуации выбраться, или, например, мечты свои исполнить. Вот тут вот зов предков прям пошел в развитие. Вот свободный волк, вот он у нас. Здесь он нас охраняет, а здесь уже свободный бежит по полю. Девушка, да, радуется, молится. Парень куда-то идет, там бабочки, там светлое будущее. С любой стороны, как ни посмотри, есть какое-то развитие, есть все равно светлое будущее. Любые возможности, которые подворачиваются, смотрите, что из этого можно сделать, чтобы выкрутиться, чтобы эти возможности использовать. Они не просто так приходят, это первое. Да, давайте мы до трех карт вытаскиваем на каждое решение. Второе, творческое проживание ситуации. Мы материализуем, рисуем море, оказываемся на море. Главное не бояться, потому что девушка, что же я наделала? Я море сама насоздавала, материализовала, а теперь, блин, все тонет. Нет, надо брать ответственность за то, что мы нарисуем. Да, как нарисуем, так и будем жить. Об этом идет вам ответ. Ну, можно тут составить, кстати говоря, карту желаний. Ее можно нарисовать, ее можно прописать, написать, что, где, когда, в каком году у вас будет. Может быть, вам действительно на море хочется уехать, потому что тут вот кибитка с путешествиями уже у нас была, да? Тут или уехать, или полететь. Давайте смотрим, что еще. Ну, тут точно полететь. Полет. Мы снимаем вот эту покрывало, вот это покрывало, вот эту завесу. Почему птицы не летают? Нет, мы тоже можем летать. Вот тут мы еще не могли себе позволить летать. А тут вам придется позволить себе. Да, вокруг будут говорить, ух, она какая, что она себе позволяет.
Под одеялом больше не лежит, не ленится, сняла себе одеяло, взяла да полетела. Что она себе позволяет? Да, придется дерзнуть, это дерзновение. Как вы чувствуете вот эту карту? Хочется ли вам летать? Это такие, ну, основные, да, моменты, основные черты, которые будут на вас сейчас влиять. Можете даже записать себе что-то, какие-то возможности, да, все, что подворачивается, использовать, чтобы у вас было духом, духов предков просить о защите. И использовать свои внутренние ресурсы для создания чего-либо сокровенного. Естественно, с ответственностью. Чтобы на море попасть, надо уже делать, да, а не мечтать. Вот такая магическая техника, она из подсознания, она идет неосознанная. То есть вы, если определили свои проблемы по картам и, наконец-то, решили что-то, вот тут решили, как оно будет разруливаться, что оно должно вот так разруливаться. Неосознанно сейчас в вашей жизни все это будет происходить. Будут происходить вот такие вот чудеса. Все, значит, произойдет как надо. Или съездите отдохнуть, или найдете внутренние ресурсы для любви, все возможности будете использовать. Будете использовать все время, чтобы вот не прокрастинировать. Да? Все время, все ресурсы, все возможности, все, что под руку подвернется. Давай, 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 смотрим, смотрим, как это использовать, как жить, как преобразовывать, как для меня это пригодится, зачем оно ко мне пришло, как это использовать, чтобы пригодилось, да, где родился, там и пригодился, чтобы все в кон зашло. Так, давайте тогда завершаем. Если что-то нужно, обращайтесь. Ссылка в шапке канала есть для личных раскладов, консультаций. Всех вас приглашаю на личные расклады и на консультации. Не забудьте поставить лайк, подписку, колокольчик. Всем любви, добра, тепла. Увидимся. Пока-пока.